Ключи от 37 новых автомашин сегодня в торжественной обстановке были переданы Министерству внутренних дел Южной Осетии. Глава ведомства Валерий Газаев выразил благодарность российским коллегам и отметил, автотранспорт станет большим подспорьем для выполнения оперативно-служебных задач. Хочу заверить руководство республики, что мы будем использовать его максимально бережно, максимально эффективно. Мы опробируем новую систему несения патрульно-постовой службы по городу Цхинвал, и вот данный автотранспорт станет для нас большим подспорьем. Новый автотранспорт республики был передан согласно ранее достигнутым договоренностям между Южной Осетией и Россией. Помощь Российской Федерации заключается не только в предоставлении по направлению служебного автотранспорта. В ближайшее время мы ожидаем прибытия в республику груза с табельным оружием. Мы, наверное, перевооружим все МВД. Есть определенные планы по дальнейшему развитию системы «Безопасный город». Все необходимые документы буквально на днях подписаны. В новом году данная система будет уже работать в полномасштабном режиме. Глава государства заверил, руководство страны будет работать над тем, чтобы у правоохранительных органов были комфортные условия несения службы. Меня 14 СИС, хороший транспорт, умный джордер, و کتاب راز نکد کنات نه که کنجستود اوش نفس نیس نخیر دیگه تا مفنده زغن خیش آوات در پریزیدنت در آل خود در استارت که دار جنیس یه تخون سترکتورات هم نه سرما بونده تا میت کد تکت منیستراد من اوش کتاب شمه بخیش انزونات شتر بوزنه گونه کسته تخی Несколько лет реализуется программа материально-технического обеспечения органов правопорядка Южной Осетии с целью создания благоприятных условий для несения службы. Российский посол Марат Кулахметов выразил уверенность в том, что правоохранители и дальше будут с честью выполнять возложенные на них обязательства. Я уверен, что эта работа продолжится, и мы будем все время, и население Южной Осетии будет с гордостью смотреть на сотрудников правоохранительных органов, как на надежную защиту и поддержание правопорядка в республике. А вот эта техника, это будет способствовать этому. Еще раз хочу выразить уверенность, что сотрудники правоохранительных органов Южной Осетии с достоинством и честью выполнят свою задачу. А пользуясь случаем, в канун Нового года хочу пожелать всем сотрудникам органов внутренних дел республики благополучия, добра, счастья. Автотранспорт распределят между подразделениями Министерства внутренних дел, а уже сегодня, в присутствии президента, они провели тест-драйв. Зарина Кочева, Ренат Медоев, информационный выпуск сегодня.